Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро из Киева, ой, из Киева, из Иерусалима. Доброе утро из Иерусалима, и мы продолжаем изучать Тору. Все, начали новый цикл, и сейчас мы находимся уже во второй недельной главе, во второй недельной главе, которая называется Ноах. Ноах, и мы продолжаем изучать недельную главу Ноах по книжечки Хитас, которая называется Хитас Хумаш Тейлим Таня. И изучаем, изучаем мы сейчас Тору. Да. Хорошо, Яков Шатанин, шалом, доброе утро. Итак, значит, первая глава закончилась, и Всевышний заканчивается первая глава. Что пожалел Всевышний, что создал человека, посмотрел Всевышний, как вообще устроен человек, и сказал, что в конце было, да, в конце главы Берешит, он сказал, что намерение сердца человека только зло целый день. Целый день он думает только о зле. Да, очень странно это, очень странно. И Всевышний сказал, все, я, говорит, уничтожу тогда мир. И Ноах, Мацахен, Ноах нашел Хен. Значит, Ноах, как можно сказать, понравился Всевышнему, да? И, значит, следующая глава наша начинается. Ноах, называется она Ноах. Кто такой был этот Ноах? Мы знаем, что Ноах это было десятое поколение от первого человека. Десять, значит, десять поколений было от первого человека до Ноха, И все десять поколений, они выступали против Всевышнего. Прямо вот так вот, представляете? Кажется, это очень просто, что как это объясняется, что 10 поколений выступали против Всевышнего? Так устроен человек, так Всевышний сделал человека, что у него свобода выбора, да, то есть у него есть свобода выбора, и у большинства людей вот эта вот свобода выбора реализовывается в том, что они хотят делать то, что они вот сами хотят, а не то, что им приказано. Это так интересно. В Талмуде разбирается вопрос, разбирается вопрос в Талмуде, у кого больше награда? У того, кому заповедано, и он делает, или у того, кому не заповедано, и он делает. Вот, например, еврейский народ обязан выполнять заповеди. Все, поклялись, значит, на горе Синай обязаны делать. Выполнять заповеди Всевышнего. Теперь, а кто-то, не еврейский народ, он говорит, а я хочу выполнять заповеди просто так. Это же так классно, красиво учить Тору. Это так хорошо соблюдать шаббат, это так красиво там праздники, в шалаше сидеть. Я буду соблюдать все заповеди. И он соблюдает, у него получается. Говорит нам Талмуд, нет, у него награда меньше, чем у того, кто должен делать и делает. Но почему? Он же не должен делать, он делает от чистого сердца. И Талмуд отвечает на это, что когда ты должен, у тебя включается сопротивление. То, что называется «Ецарара», и у тебя включается внутреннее сопротивление, что если я должен, делать не хочу. И в этом вот главная разница между когда обязан делать и делает, и не обязан делать и делает. Понятно, да? Очень это интересное различие. Поэтому все 10 поколений, которые были от Адам Ришона до Ноаха, хотя у них было всего лишь 6 заповедей, 6 заповедей, которые они должны были выполнять, но они не выполняли. То есть они они были настолько близки ко Всевышнему, и у них была настолько великая сила, в их, у них была огромная великая сила воздействия на материальный мир. То есть они были как бы как первый человек по образу и подобию Бога. А в чем это образ и подобие заключается? В том, что первый человек, он, он своими словами давал форму всему живому. И написано, что вся, вся плоть из, извратила свой путь на земле. Почему? Вот представьте, что было бы, если бы сейчас каждому из нас дать, э, дать возможность менять мир так, как э, мы хотим. Я, бы, например, сделал бы кошек э, меньше размером. Пускай все кошки будут маленькие. Почему кошки такие большие? Пускай будут маленькие. А, например, Людми, Людмила Давыдовна, она наоборот, она говорит, а мне хочется, чтобы кошки были белые. Все белые пускай будут и в цветочек. И вот это люди до потопа, они начали примерно так себя вести. Каждый выдумывал, как он хочет. И этот мир, он был, вот эти все генетические эксперименты. Мы сейчас, кстати, очень похоже, в похожее время живем. Сейчас тоже наука вплотную дошла до того, что люди там Бафф, например, девочка в школе. Хочу стать мальчиком. На тебе, девочка, таблетки. Она таблетки ест. У нее голос огрубил, волосы начали расти. Все там начало расти. Все, она мальчик. Потом, значит, мальчик какой-то. А я хочу быть девочкой. На таблетки, мальчик. Он эти таблетки начинает есть. Он как девочка, да? То есть сейчас тоже начались вот эти все эксперименты с изменением генетического кода. Да, а то, что запретили сейчас делать в Китае, я слышал, что они прям заходят, они в Китае, в... еще когда этот зародыш, и там тоже что-то начинают подпиливать, подкручивать в ДНК. То есть вот это то, что делали, то, что делали до потопа все. И Всевышний сказал, все, так не годится, и только Ноах он нашел приятность в глазах Бога. Ноах был, и вот начинается глава Ноах. Сейчас мы узнаем, чем он заслужил, что он нашел, значит, приятность в глазах Бога. Начинается глава так. Вот Талдот, Талдот происхождения Ноаха. Нох иш цадик тамим аябы доротов. Написано, Ноах, он был человеком праведным и тамим. Тамим это цельным. Там это такой цельный, и был он в своем поколении. Это Элаким и Талех Ноах. Перед Всевышним, перед Всесильным. Вот это имя Всевышнего Элаким, это значит Всесильный. Это тот, кто управляет всеми силами в мироздании, всеми законами. И Ноах говорит, ну зачем, есть природа, есть вот Бог сделал природу такой. Зачем я буду туда лезть? Вот это называется быть цельным, быть томим, быть простым в служении Всевышнему. Не выдумывать, как Равыцкак Зильбер, Захаронод Садик Привераха, он часто употреблял такое слово, что надо быть человеком без фокусов. Вы знаете, есть люди с фокусами, а есть без фокусов. Он говорит, надо быть простым человеком, без фокусов. Да? И вот Ног ну, он был человек без фокусов. И он был цадик. Он говорит, все же понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдая, в этом весь человек. И он ничего не менял. Значит, поэтому он перед Богом ходил, перед сильным ходил ногах. Жил по-простому. Теперь второй отрывок нам что говорит. И увидел Бог землю. И вот, значит, она нишхита. Нишхита это, значит, ну вот она испортилась, очень сильно испортилась. Почему? ишхит Коль, Басар, Дарко, Алярец. Потому что вся всякая плоть, всякая басар, всякое мясо, она испортила свой э, путь, свой на земле. То есть начали они ходить не по своим путям. То есть то, что вот... Э, вот откуда все эти динозавры там и так далее. Это все были генетические эксперименты вот этих вот первых людей допотопных, которые они, вот есть легенды, дошли до нас про Атлантиду там и так далее. Они такие жили на мелководье, жили они тысячу лет почти. Они, понятное дело, не болели, потому что они владели всеми знаниями о генетических вот этих вот изменениях. Они ничем не болели. И они такие на мелководье жили себе и наслаждались. То есть у них смысл жизни был только в кайфе. То, что сейчас про продвигается тоже та же идея, что смысл жизни в удовольствии. Живи, кайфуй, все. Но этот смысл жизни в удовольствии приводит к тому, что сейчас больше депрессии, чем в любой период последних там, столетий. Потому что, потому что, когда человек живет и ищет все время удовольствия, удовольствие от него убегает. Ему, наоборот, становится все сложнее и сложнее жить. Это то, что сейчас происходит. Хорошо. Дальше говорится нам так. «И сказал всесильный Ноаху, «Конец всякой плоти пришел передо мной». Почему? Потому что наполнилась земля Хамасом. Хамас — это насилие и грабеж. И вот я стираю, стираю, истребляю их с земли. Все. Всевышний сказал... Я помню, когда-то я проводил ротиторы для студентов, и я когда рассказывал вот историю про Ноаха, я говорю, вот, вот мир пришел к тому что Всевышний сказал, я стираю все. И один студент, он сказал, это, говорит, похоже на перепрошить софт у телефона или у компьютера. Есть программное обеспечение, и компьютер начинает глючить, что-то там не сходится, кто-то туда залез, какие-то поставил программы, какие-то и так далее. Он говорит, и тогда хозяин компьютера, что он делает? он перепрошивает весь софт, он переустанавливает операционную систему, он переустанавливает все программы, и он убирает из компьютера все вирусы, все изменения и так далее. И он сказал, это очень похоже на то, что Бог переустановил софт, программное обеспечение мира, и оставил Ноха. И вот тут непонятно, зачем он оставил Ноха, почему именно Ноха он оставил, почему Ноху сказал, сделай Тыва, тыва это был такой, как вот тут описано. Сказал Бог ему, в 14 отрывок главы, Бог ему сказал. Аселха тыват ацей гофр. Сделай себе тыва, это ковчег, из дерева Гофер Такое дерево. И сделай, значит, дает ему размеры какие. Значит, сделай ее шло шмоот ама. Значит, 300 локтей длина. Дальше. Хамиши мама рахва. 50 амот ширина. 50 локтей ширина. Значит, 300 длина. 50 ширина. И 30 высота. Допустим, локоть. Возьмем современный локоть. 50 сантиметров. Значит, если высота была 30 локтей, то это 15 метров. 15 метров. Чтобы было понятно. 3 метра на этаж возьмем. 15 метров это как пятиэтажный дом. Высота была этого ковчега как пятиэтажный дом. Длина этого ковчега была 150 метров, как полтора футбольных поля. И, значит, ширина его была 50 локтей, это 25 метров. И интересно, что он был внизу, он был вот так вот широкий, а кверху он сужался, и наверху, наверху он был шириной локоть. То есть он был вот такой вот, как, как треугольник, и в нем был Ноах, и была его семья, и было по два животных, а чистых животных было по семь. Значит, зачем Всевышнему это было надо? И вот здесь без Тани мы не поймем. В сегодняшней Тане рассказывается о том, что есть божественное присутствие разного, разного как сказать, разного качества. То есть весь этот мир – это проявление Всевышнего, то есть есть Всевышний бесконечный, создатель, творец вообще бесконечный. Дальше он создал, там есть четыре мира, есть десять сферот, как-то он уплотняется, он себя сжимал, 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 сжимал. Потом о, появляется материальный мир, это проекция духовного мира. этот материальный мир, он тоже состоит из таблицы Менделеева. Эта таблица Менделеева, она, в, ну как бы, весь этот мир, это таблица Менделеева. Но что интересно, внутри вот этой таблицы Менделеева, внутри это энергия. То есть с одной стороны это форма, с другой стороны это все энергия. Если мы возьмем э, атомы, электроны, то они внутри же пустые. То есть есть атомное ядро, если летают эти все частички части вокруг него, а внутри пустота. То есть мир на 99%, материальный, вот этот твердый мир на 99% состоит из пустоты. И это внутри вся энергия, которая работает совершенно по другим законам, чем работает физика вот этих твердых тел. Это вообще очень интересно, да? То есть есть духовный мир, который вообще не воспринимается приборами, есть мир физический, который воспринимается приборами, а внутри мира физического есть мир э, квантовый вот этот атомный там, субатомный и так далее, который работает совершенно по другим физическим законам, чем работает мир вот этих твердых тел. И значит, Всевышний это все создал, всем этим управляется, эта система. А где сам Всевышний проявляется больше всего? А Всевышний больше всего проявляется в человеке. Вот, вот это вот интересная вещь, что человек, он соединяет в себе материальный мир, то есть у него есть тело материальное, и он соединяет в себе духовный мир, у него есть душа, которая из духовного мира, которая не воспринимается приборами, и у него внутри есть интеллект, который он наполовину духовный, наполовину материальный. То есть, с одной стороны, вроде бы интеллект привязан к, к этим в голове у человека, что есть нейроны. Что-то выскочило у меня слово. Представляете, вот выскочило слово. Значит, мозг человека состоит из нейронов. Почему-то, представляете, вот вдруг у меня выскочило слово. Из чего состоит мозг человека? Так, значит, мозг человека полтора килограмма желе состоит из. Акс... Нейроны, правильно, нейроны. Почему-то у меня. Я говорю слово нейроны, а у меня внутри как туман после этого слова. Непонятно. Хотя я про мозг очень много изучал. Нейроны. То есть мозг это удивительная, вообще совершенно невероятная невероятная система. Которая человек, вот представьте, человек может думать, он может рожать мысли какие-то, не рожать, они всплывают. Он может эти мысли, они у него идут, а потом я задумался, как сороконожка, когда она задумалась, как она ходит, она перестала ходить. И когда начинаешь просто наблюдать за своей мыслительной деятельностью... Просто это удивительно, откуда эти мысли рождаются, как они друг друга меняют, как они всплывают, почему именно в такой последовательности. То есть, когда начинаешь наблюдать за своей мыслительной деятельностью, оказывается, что она совершенно идет сама по себе, да, она очень автоматичная. То всплывает что-то, то не всплывает, то какую-то мысль ты хочешь вспомнить не можешь, а то хочешь выгнать у себя мысли из головы и не можешь. Представляете? То есть вот эта вся интеллектуальная деятельность, это и есть соединение между материальным миром и духовным. И где находится Всевышний? Всевышний находится как раз, его проявление, божественное присутствие, находится в интеллектуальной сфере, наиболее ярко проявленной в этом мире. А у кого? У каждого человека оно проявлено по-разному. И чем больше человек стремится присоединиться ко Всевышнему и проявить Всевышнего в своей интеллектуальной сфере, тем больше Всевышний проявляется в его, в его интеллектуальной сфере. И больше всего Всевышний проявляется в интеллектуальной сфере у кого? У пророков. У пророков. Значит, пророки, получается, Всевышний, он вообще говорит через них. То есть они как бы предоставляют Всевышнему свое тело и свое, свою голову, свой интеллект. И они говорят Всевышнему, Я мое эго, оно не, ничего здесь не будет менять. То есть нет моих воспоминаний, нет моих желаний, нет моих стремлений. У пророков единственное стремление было это присоединиться ко Всевышнему и с ним войти в резонанс. И у цадиков, у праведников тоже это единственное стремление. И тот человек, который вот свое полностью, вот это стремление, намерение соединяется со Всевышним и Всевышний сквозь него открывается. Вот в нем и есть самое большое божественное присутствие. Так нам объясняет книга Таня сегодня, в сегодняшнем отрывке. И что получается, что теперь мы это соединяем. Ноах был единственный цадик. Он был единственный праведник в том поколении. Всевышний, который этот мир сотворил. И этот мир, это же система, то есть есть Бог-творец, и есть всесильный, который сотворил все эти законы, и в него засунул человека, поставил со свободой выбора, по образу и подобию Бога. И вот то проявление человека, которое было вначале в одном, в Адам Решоне, в первом человеке, а потом в его потомках, то проявление Бога, так как у них у всех была свобода выбора, оно извратило путь, оно решило идти не по путям Бога, не по тому плану, который Бог им предоставил, и дал им свободу выбора. Это такая то есть Бог себя проявил в людях, но дал свободу выбора об этом забыть и выбрать потом вернуться обратно к Богу через выполнение заповедей Всевышнего и изучение Торы. Но люди, обладая вот этой божественной силой творить и создавать, и имея на тот момент до потопа, они имели невероятные силы влияния на мир. То есть они были намного более, там, телепатия, сдвигали предметы, переносились в пространстве, меняли, смотрели там овечка с собакой, бах, они вместе. То есть то, что сегодня пытаются э, реализовать, э, есть там всякие системы Джоди Спенса, психология, квантовая психология, то есть люди уже дошли до момента, что если ты реально умеешь вот визуализировать э, и направлять всю свою творческую силу на создание какой-то модели будущего, то это работает. Это уже доказано, передоказано. Но в то время этим пользовались все в тысячу раз мощнее, чем сегодня. И люди использовали вот это свои возможности для того, чтобы извратить все мироздание. Ту программу, которую Бог создал, они испортили. Бог говорит, кто не портит, нов не портит. Ноах единственный, он сказал, а я, говорит, Иш, он был томим, да, такой простой. Он говорит, я ничего менять не хочу. Все, что Бог говорит, я делаю. Все, как должно быть, так и будет. Он был очень простой человек. И Бог ему сказал, тут интересно, тоже один момент есть. Бог ему сказал, но это как бы он через него сказал, да, то есть Бог в нем проявился. Он ему сказал, строй этот ковчег и он его строил 120 лет. Зачем он его строил 120 лет? Чтобы люди, которые видели, что он строит такую махину, они к нему подходили и спрашивали, а что ты строишь? Он говорит, вы знаете, Бог скоро уничтожит мир, скоро будет потоп. Одумайтесь. вот серьезно, зачем вы все этой занимаетесь вообще пустотой? Давайте просто спокойненько жить, соблюдать заповеди, любить друг друга, не, не не делать друг другу зла, выполнять заповеди, жениться вот мужчина на женщине, а не там мужчина на козе или женщина на женщине. Давайте жить по-простому, как Бог сказал. Они говорили, ты вообще сумасшедший, и они над ним смеялись, и 120 лет он строил ковчег, и ни один человек, представьте, ни один человек не раскаялся и не вернулся к Богу. Прошло 120 лет, и начался потоп. Начался потоп, об этом мы будем еще целую неделю мы будем изучать эту главу и поговорим. Вот, давайте подведем итог. Значит, в Всевышний был в Ноахе, то есть, когда ты выбираешь, делаешь выбор всевыш... Всевышнего да, в своей жизни, ты говоришь, меня интересует только идти по путям Бога. И ты это свое намерение и решение начинаешь реализовывать снизу как бы это твой, твой выбор, в этот момент Всевышний с тобой соединяется. Понятно, да? Вот. Все, дорогие друзья, значит, я вам желаю хорошего дня. Очень прошу вас, подпишитесь на нашу страничку в Инстаграме. Нам нужно, чтобы было 10 тысяч подписчиков, чтобы мы могли больше делиться уроками. Там есть функция одна, чтобы мы могли прикреплять ссылки на уроки, которая включается только после 10 тысяч подписчиков. А у нас сейчас 6, ну почти 6, осталось 4. Пожалуйста, если каждый подпишется и подпишет двух-трех своих друзей, или там, если у кого-то есть два аккаунта, три аккаунта, можно подписаться в Инстаграме, то у нас будет 10 тысяч, и мы сможем больше делиться уроками и развивать страничку. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, и также подпишитесь в Телеграм-канал Ваикра, там мы как раз, там удобно пересылать документы, пересылать вот эту книжечку, которую мы изучаем, Хитас, и оттуда ее можно скачивать, читать, очень удобно. Все, дорогие друзья, значит, я, очень мне запомнилась одна такая фраза, что... Человека делает религиозным не то, что Бог делает для него. Бог для нас делает все. Утром проснулся, живой, он для нас все делает. А то, что человек делает для Бога. Поэтому нужно стараться больше делать заповедей, выполнять что-то. И вот сейчас у меня то, что я вас прошу, это заповедь распространения Торы. Все, удачи, успехов всем. Хорошего дня.